Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов. Марьян Трепше, хорватский живописец, график и сценограф, считается одной из ключевых фигур хорватского искусства начала 20 века. Родился 25 марта 1887 года. Я пользуюсь данными, которые мне удалось найти в интернете. Для его ранних работ характерны интерьеры с фигурами, как правило, изображающими одинокую женщину. После 1933 года он создал серию пейзажей из окрестностей Загреба и мотивов юга. Работал сценографом в Хорватском национальном театре Загреб. Родился 25 марта 1887 года. Посещал среднюю школу художественных промыслов в Загребе, где учился у Беллы Чикоши Сесси. С 1919 года Марьян Трепше выставлял свои работы на весеннем салоне в Загребе, а позже в составе группы 4О. Был награжден золотой медалью за искусство на международной выставке в Филадельфии. Работал сценографом в Хорватском национальном театре в Загребе. С 1926 по 1931 год преподавал в школе национальных ремесел, там же в Загребе. С 1950 года работал с театрами кукол «Задар» в Загребе. Большое влияние на Трепше и его современников оказал художник Мирослав Королевич. Большая ретроспективная выставка его работ открылась в 2010 году в художественном павильоне в Загребе. Марьян Трепше принадлежит к числу самых знаковых хорватских художников первой половины 20 века. Творчество его было разнообразным. Он считается одним из лучших художников-графиков сразу после Первой мировой войны. В середине 1920-х годов начал работать с винтажным стеклом, за что получил множество заказов. Умер 4 октября 1964 года в Загребе. Ну вот так вкратце о Марьян Трепше, хорватском живописце, графике и сценографе, который считается одной из ключевых фигур хорватского искусства начала 20 века. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.